по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Кужилину наказание в виде 8 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с лишением права занимать должность в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанных с организационно-распределительными и административно-хозяйственными функциями и полномочиями сроком 3 года с отбыванием наказания в сроке колонии общего режима. Мера пресечения в виде содержания по страже оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вы будете обжаловать? Сторона государственного обвинения полагает, что суд справедливо определил наказание подсудимым в виде отбывания реального срока данного наказания в исправительной колонии общего режима. А вопрос о соразмерности назначенного наказания и об обжаловании указанного приговора будет решаться после получения копии и детального изучения данного приговора. Суд указал, что он принял внимание и соглашается с сторонами государственного обвинения, а также органом предварительного следствия, что данное преступление было совершено устойчивой преступной группой, как и вменялось органом предварительного расследования.